Всем привет! Вы на канале Принцесса Виктория. Сегодня мы с Тёмой проснулись, заглянули под ёлочку, а там подарки. Анюлю, а я и твой. Тёма, интересно, какой твой, а какой мой? Ощетки. Ребята, я думаю, что это Тёма. Ощетки. А Тём, давай открывать, знай, это твой. Да, давай я тебе помогу. Сейчас посмотрим. А это не просто, он догадался, там поле. Мы Деда Мороза писали. Ребята, знаете что? Я писала ему большое яйцо, а он нам конфеты вот такие вот. Я интересно написала. Тёма, посмотри. У тебя вот такая, смотри. Что это, сынок? Пожарная машина на пульте управления. Машина, а Амелина. А что, теперь давай мой открывай. Ну, типа я тебе мой. А это твой, а мы потом откроем. А это не детская косметика, а это просто маникюр делать. Класс. Будем маять. Да. Ахина, Аяна. Теперь Тёма новая машинка. Вот, маникюр делать, и можно блёстками посыпать. Вот такая интересная книжечка, которую я буду читать. Котёнок, одуванчик или игра в прятки. Как думаешь, интересная? Как? Да, думаю, что интересно, потому что я плачу. Ну что, понравились подарки? Да, а вон там смотрю. У вас что за чемоданчики? А вот там конфеты. Откроем один, посмотрим. Вот два. А мой? Это твой. А это мой. Так, а давайте посмотрим, какие там конфеты. Это наклейки, которые можно на миньонов, на конфеты будет приклеивать. А там маркер. А там то же самое, Артём. Сейчас мы все умоемся, позавтракаем и пойдем распаковывать наши подарки. Всем пока-пока. Пока-пока. Ну вот, ребята, мы уже умылись и позавтракали. Готовы открывать подарки? Открываем. Так, я пить. Давайте на борчик. Ну, давай. Мочи хочу. Осина, мочи. Сейчас, Артём, я распакую. Я хочу. Вот, всё. Теперь мы можем, давай.
открывать. Так, это что у нас такое? Давай поближе его посмотрим. Это стильный модный маникюр-педикюр набор. Здесь в набор входит 60 наклеек, 5 цветов лака и 2 вида блесток. Вика, ты будешь теперь, наверное, красотка с красивыми ногтями постоянно. Я маникюр сделаю. Легко смывается водой этот лак. Сейчас. Тоже хорошо. И лак с ароматом клубники. Ногти твои вкусно пахнуть будут? Я буду клубникой. Открывай. Или ты тебе уже помогаешь машинку открывать? Это скучно. Вау! А еще наклейки. Ух ты, смотри, а здесь также еще в набор входит кисточка, разделитель для пальцев. Что еще? Это что такое? Пилочка. Мама. Инструкция по использованию. Ну что, инструкцию будешь читать? Ознакомишься, да, немножко? Тёма нашел уже применение губки Вик, смотри твои. Сердечко! Колечко! Сём, подожди. Уски щекочу. Ребята, я это хотела. Подождите, ты мальчик, не будешь красить ногти. Ну что, Вика, будем красить ногти? Да, я буду. Какого? Они все клубничные, с ароматом клубники. Каким цветом ты будешь первый красить? Синечу. Тём, ну ты же мальчик, тебе ногти не надо красить. Тёма любит синий. Буду это. Красным, да? Да, буду. Ну давай. Мама, чечь, а синюку. Сейчас, сейчас Вика ногти накрасит. А? Мы будем твою машинку, ты уже ее распаковал, да? Тебе уже тоже не терпится открыть свой подарок. Сейчас попробую, ребята, первый раз крашу сама. Блин, наверное, пахнет клубника, я чувствую. Красивый цвет? Да. Ты что-то много взяла, Вика. Что, мама? А я не машина. Ну что, все красным будешь красить или разноцветным? Разноцветный. Я не могу закрыть. Оставь его в сторонке, бери следующий. Сейчас я... Так. А следующий оранжевый. Потом yellow будет. Какой? Yellow потом будет. А потом после yellow. Тём, каким? Тёма, каким Вика цветом сейчас будет ногти красить? Какой цвет? А я один. Молодец, правильно. Ну-ка. Сейчас давай. Я еще не открываю. Эти хочу. Эти сейчас. Ладно. Мини. Мама. Эми. А нет, мама мой. Как много стало чуть-чуть. Вот. Каким мальчик дальше будешь цветом красить? Я же вам сказала. Yellow. А, желтый. Давай. О, спасибо, Артём. Давай мне желтый. Подавай, Вике, желтый цвет. Теперь у меня будет
Дай понюхай, пахнет хоть клубникой-то. Вкусно пахнет. Вкусно пахнет, очень. А теперь грин. Где там у меня грин? Тём, дай мне зелененький. Я тут стол перепачкала. Тоже слишком много взяла. Слишком много взяла. Вика, ну ты просто мастер маникюра. Остается усыпать ногти блестками, налепить наклейки, и будет супер маникюр. Я даже следующий не знаю. А, синенький дал? А, или синий? А, нет, для синего нет. Тём, давай, Вики, теперь синий лак. Да. Вика, мизинчик решил накрасить синим. Да. Весь стол уляпала лаком. Если кто-то мне в гости придет, я все ногти накрашу. Подружки, хотите мне ногти покрасить? Я бы так. Если мне Элина придет в гости, я скажу, Элина, хочешь? Садись на маникюр, скажи. Да, садись на маникюр. Мне Дед Мороз подарил маникюр. Она скажет, маникюр? Ну что, сколько он будет сохнуть? Тут не написано. А тут есть инструкция. Давай посмотрим по инструкции. Есть здесь информация? Наверное, будет. Ага, 5 минут нужно подождать. 5? Да? И что ты все изменил? Красный, по идее, у тебя уже должен высохнуть. Давай попробуем. Ну да, сухой. Оранжевый. Можешь теперь... Оранжевый сох. Быстрее. Ой, а желтый нет. Желтый ты еще недавно только накрасила. Ну что, будешь блесками украшать? Блесками. Или наклейки возьмешь? Блесками. Блески? Какие, серебристые или золотистые? Золотистые. Серебристые. Берем кисточку. Надо только вытащить. Бери. И берем кисточку. А это палочка для этих блёсков. Вот это. А, вот эта кисточка? Да. Где у меня блёски тут? Открывай. Только осторожненько нужно. Немножечко бери только. Только. Ну что, не только меня. Опа, красота. Что? Ищи. Ай-яй-у. Мама. Ищи. Моя мама нету. Моя мама ищи. Чуть-чуть. Ребята, нравится мой маникюр? Ребята, нравится мой маникюр? Пишите в комментариях. Ну-ка, показывай свою красоту. Очень красиво. Ну что, Викуля, тебе понравился подарок от Деда Мороза? Да. Классный, да, стильный маникюрный набор? Теперь открываем Тёмин подарок. Это пожарная машина, да, Тёма? Можно я открою этот скотч? Давай. Сам откроешь или Вика тебе поможет? Вика.
Помогай, Моня. Помогай, Викуля. Тем уже тут пластинки. Давай, наборчик мы убираем. Ребята, я поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья и добра. Тёма, а ты поздравишь? Да. Поздравляй. Вот. Скажи, с Новым годом. Годом. А мы продолжаем открывать машинку. Все, вот она машина. Здесь нужно ставить батарейки, в комплект они не идут. 5 батареек здесь всего нужно. Сейчас мы принесем батарейки. Да. Ставим. Нет. Классно. Дай руль. Смотри, какой руль мощный такой. Красивый. Сейчас, пошла за батарейками. Ты пока, Тёма, тут рассматривай свою машину. Сейчас будем ее испытывать на полу. Ребят, к сожалению, нам батарейки не подошли. Вот в инструкции написано, что и на пульт, и на машинку идут батарейки АА, но на пульт подошли, а на машинку они не подошли. Так что будем покупать другие батарейки и испытывать ее тогда, да? Да. Ну вот батарейки мы поставили, сейчас готовы испытывать. Ну что, Тёма, нажимай. Поехали. О, бабах. Бадди в шоке. Куда он спрятался? Бадди? Бадди, что там? Что там? Не поймет, что такое, что за зверь. Пока. В пылесос уперся. Давай. Давай еще пускай. Не, не надо. Пускай стоит, ты машинку запускай. Бадди, сейчас задавишь, задавишь, задавишь. Быстрая, да, Тём? Дух. Фары светятся, видишь? Ярко как. Тём, тебе понравилась машинка? Артём? Да. Бадди тоже, смотрю, понравилась. Если понравилось наше видео, подпишитесь на наш канал.